Мама для меня – это сердце. Для меня мама – это золотой человек. И я его очень сильно люблю. Я понимаю слово «мама». Вот мама – это для тебя просто как не скарб, не все такое, а даже уже чем скарб. Ну, золото. Мама – это тот человек, который тебе может помочь в самую трудную секунду, когда он самый, он тебя любит. Это твой самый близкий человек на планете. И одним словом, это ангел. Мама – це хто, хто тебе любить, хто по тебе піклується і ніколи не відпустить. І буде завжди тебе любити. Мама для мене це життя. Вона дуже добра, красива, мила. Мама – це самый близкий чоловік, який ніколи тебе не предаст, посоветует тебе, что делать. Он всегда за тобой ухаживает, и ближе этого человека, ну, нет никого в мире. Я очень хорошо отношусь к своей маме, и она ко мне, потому что я ее люблю. Мама для меня – это самый родной человек. Слово «мама» означает означает тепло, уют и человек, который тебя родил. В общем, мамочка, я тебя очень-очень люблю. Знай, что ты у меня самая-самая лучшая. Мама – это родной человек, который полюбит, защитит, поймет, уважает. Мама – это человек, который всегда тебе поможет в любую сложную секунду. Он тебя никогда не бросит, он тебя будет всегда любить, всегда тебя поддерживать. И всегда, в любом случае он тебе поможет, даже в любой войне с кем-то. Он будет всегда на твоей стороне, мама будет всегда на твоей стороне. И в ответ на это ты должен даже проявлять какую-то заботу, любовь. Ну, взаимные чувства должны быть. И чтобы, ну, твоей маме не казалось, что она это просто делает куда-то впустую. И это все уходит в никуда. То, что она тебе помогает, делает для тебя. Чтобы оно не уходило в никуда. Это девушка, которая тебя всегда поддерживает и во всем помогает. Я ее очень люблю. Мы всегда с ней вместе гуляем иногда, и я ее очень сильно люблю. Мама – это тот человек, который тебя сильно-сильно любит. Он тебя рожал, и он все отдаст тебе, чтобы научить тебя, и чтобы ты была, или ты, ну, чтобы ты самый лучший ребенок у него. И получается, она тебя сильно любит, нужно любить свою маму. Нужно сделать так, чтобы она тоже была счастлива, потому что она отдала всю тебе молодость свою. Очень старается, чтобы ты была лучших из лучших. Мама – это родной человек, который тебя воспитал, заботится о тебе, любит. Да? Мама – это самый родной человек, который есть у каждого. И он всегда тебе поможет, поддержит и любит. Первое слово – это мама или папа. Передаю привет своей маме, которую я очень сильно люблю. Мама – это для тебя самый дорогой человек, который поддержит тебя в самую тяжелую минуту. Мама – это тот человек, самый важный человек для всего людства. Мама – это человек, который был с тобой всю жизнь, и он тебя очень сильно любит, и даже если ты считаешь, что она постоянно кричит, и поэтому она тебя ненавидит, то это не так.